И начинаем выпуск. Гром грянул на недостроях, которые пугают ярославцев и туристов в центре города у стадиона «Шинник». Все-таки случилась трагедия. Накануне здесь обнаружили тело 20-летнего мужчины. Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, молодой человек упал с третьего этажа одного из зданий и получил множественные телесные повреждения. Напомним, «Вести» не раз обращали внимание городских властей на то, что недостроенные многоэтажки находятся в удручающем состоянии, а доступ в них открыт. Охрана объектов никто не занимается. Власти обещали разобраться в ситуации и повлиять на застройщиков, но за полгода ничего не изменилось. Сегодня мы вновь обратились в мэрию за разъяснениями. Нам ответили, что за охрану недостроев отвечают собственники, которых несколько. Власти обращались в прокуратуру и надзорные органы, чтобы применить штрафные санкции застройщикам за неисполнение обязательств, а изъять из здания в муниципальную собственность пока невозможно. На сегодняшний день предприятие в банкротстве, поэтому изъять его у города не получается, не представляется возможным. Мы можем работать только в рамках наших полномочий. То есть мы не можем вкладывать в охрану этого объекта свои средства. То есть, соответственно, мы будем обращаться в органы надзора, в органы, так скажем, к собственнику обратимся с этим требованием.